для работы надо. Такую? Ага. Ладу? Чем она лучше? Только Ларгус. Это Ларгус, только Ларгус Кросс. Повыше, чтобы по Комброду можно было ездить, по Екатериновке, чтобы брюхом не чесать. Плюс багажник огромный тут. И опять же новый надо взять. На этой машине уже 17-й год. И пробег, я так посчитал, я 8 раз объехал вокруг Земли по экватору на этой машине. 8 кругосветок. А мне же цену тогда тоже купил. Такую не из дорогих, такую. Это. Я говорю, она тебе нафиг вот эта машина. Скажи, ты, блин, служишь. Ну нафига ты ее купил? А, ну раз служит, значит надо купить. Они же все ж так. Ну. Ну, я говорю, закончится все это, говорю, купишь. Вот она стоит сейчас, мертвым. Я говорю, нафига? Так, мало того. Мама, иди сдавай на права едь. Я говорю, там в жизни никогда, говорю, не сяду, говорю. Я говорю, не, я такая, говорю, боязливая, ну и нафиг. Говорю, или я в кого-то, или в меня кто-то, говорю, не, я не. Да не, если, просто, если боишься, то за руль садиться да, нельзя. Да, просто у меня, я с отцом попала в аварию, еще Максим первый, это был маленький, и мы ездили к бабке, ну вот это из полку, у него что-то было такое. И мы ездили, что-то это вот там она все это сделала, сделала аж воды нам. И мы едем, а получается вот оттуда бы мы, вот сюда вот, поле, где трамвайные путя, оттуда бы выезжали. Вот. И как раз что-то малой захотел пить, и мы же открыли эту водичку, ну, попоить его что-то водой. И папа ж поворачивает и переезжает же путя этих. А тут, короче, вот так вот уже стали, затор машин. Сверху едет трамвай. Он видит, что мы стоим на рельсах. И не останавливается. И не останавливается. Ты представляешь, что это видит, что на тебя движется трамвай, блин. Короче, он врезается в нас. Врезается. Понимаешь, мы стоим, он тупо врезается в нас. Вот так вот нас разворачивает. И еще протянул вот эту. Мы боковина это, еще и протянул. Ну ты что ты думаешь? Вот это же за рулем там эта мадама. У нее муж где-то там в этом самом, ну, вот этих вот. В органах, короче. В органах, да. И ей ни хрена. А у нас машина вот эта, ну, мне вчера бок точно весь такую историю самое, рассказывали. Ну, это, вот это ж вся эта вода, во-первых, упала. Она ж нас ударила. Ну, вылилась.